интереснее играть в атаке. Кристо Медведчак, 2 в 1, и Сведберг! Шикарный сейв голкипера Салавата. Вот там, одна из редких контратак, получил. Русская опасная атака, передача на пятачок. Вот не видно было, задел ли шайбу Эриксон. Задел. Не задел, а отбил он ее. Шайба летела в ворота. Валяев. И бросок хороший. И добивание. Еще одно. Вот это Фокин. Молниеносно успевает переместиться в ближний угол. Но уже есть первая заброшенная шайба. С чем я вас и поздравляю. Вот может быть вторая в матче. Но Илья Сорокин против. Илья Сорокин возрождает. Он спасает свою команду после выхода Брэндона Козуна. Катизурин, передача, бросок. На месте Хенрик Карлсон. Кузнецов перед того поборолся. И где шайба? Где-то там, под голкипером. Позволил сопернику сделать передачу. Контратака из средней зоны. Бросок. И Дашков сейчас имел великолепную возможность сделать счет 2-0, удвоить результат. Но... 4 динамовцы. 6 на 4. И бросок поворотом Кошечкина. Отход от лицевого. И браво, Кошечкин. Вот Дашанчик сложился по-другому и не скажешь. Забьет адмирал. Ой, что творит Масальскис! Как футбольный уже голкипер бросился, прыгнул.